самое трудное испытание, когда монах идет таким путем, и по неволе враг подсказывает, сделай то, сделай то, сделай то, там, там искушает его словами Священного Писания, помыслов своих. Потому что враг проникает, я говорю, из опыта преподобных других святых отцов, там, через сновидения, через внушения, откровения всевозможные, сделай вот так, сделай вот так. Вот он сделает то, поступил вот так, то называется своеволием. И преподобный, подобно Господу, также это все отверг.